В этом видео покажу, как в постере я создаю картинку. Итак, заходим, скачиваем приложение Posters, нажимаем на него. В правом нижнем углу нажимаю на плюсик и выбираю пустой лист. Здесь вам приложение предлагает разные размеры. В зависимости, куда вы эту картинку, которую вы создадите сейчас, будете размещать. В Инстаграме, в сторисах. Вертикальные все для сторис идеально подходят. Публикации в Инстаграм. Пост в Фейсбук, он также подходит для обложки. На Ютуб тоже очень удобно. Можно красивую обложку сделать. Я выбираю пост Фейсбук. Теперь внизу, смотрите, появились фото, цвет, градиент, текстуры, соотношение. Я выберу, допустим, градиент, можно красивый выбрать. Внизу в правом нижнем углу нажимаю на галочку, что я согласна с этим. Дальше снова нажимаю на плюсик в правом нижнем углу. Выбираю изображение и загружаю фотографию. Можно, видите, даже удалить фон. То есть очень удобно в этом приложении создавать какие-то коллажи. То есть он убирает лишний фон и оставляет картинку только. Но мне сейчас этого не нужно, поэтому пальчиками можете делать больше, меньше. Видите, одним пальцем я делаю. Вот она стрелочка, за нее тянете, больше создается картинка. Итак, получите бесплатно. Теперь мне нужен мой QR-код. Как сделать QR-код на регистрацию реферальную? Заходим в личный кабинет на сайт faberlic.com. Обязательно нужно войти. Нажимаем, значит, на человечка в правом верхнем углу. Выбираем «Моя структура». Далее спускаемся вниз. И вот здесь, видите, ссылка для самостоятельной регистрации в мою структуру. Вообще она должна сохраненная где-то в заметках быть. Копировать ссылку. Итак, далее в любой поисковик заходите и ищите «Сгенерировать QR-код». Вот видите, «Сгенерировать QR-код». Я прям нажимаю. И вот он, QR-кодер. Нажимаю на него. Это вторая ссылка. Вот сюда в окошечко введите текст для кодирования. Я сюда вставляю свою реферальную ссылку на регистрацию. Можно пальчиками увеличить. И вот можно даже размер выбрать. 4, 5, 3. Давайте 4 выберем. И кнопочка «Создать код». Все, вот он ваш QR-код. Его тоже куда-нибудь сохраните в избранное, чтобы он у вас был. Нажимаю пальчиком на этот QR-код. И выходит окошечко такое «Скачать изображение». Я его скачиваю, чтобы он у меня сохранился в моей галерее. Я его добавляю сюда. Это QR-код. Удалить фон не надо, может позже. Итак, также я делаю меньше в правый верхний угол. Нажимаю на плюсик. Теперь мне нужен текст. Что мне написать? «Сканируй те QR-код, сканируйте QR-код, заполняйте анкету и забирайте подарок». Все, теперь смотрите, текст я написала, можно менять шрифт. Вот здесь, если вниз обратите внимание, здесь маленькие можно нажимать, большие, заглавные буквы. Выбирайте, какие хотите. И сами шрифты, если я вот ABC, где у меня написано, вот видите, можно больше, меньше делать, если вот вводить, например, да, туда, сюда. То есть все просто, просто нужно изучать. Дальше ABC нажимаю и выбираю шрифт, который мне сейчас понравится, подойдет. Так, ну вот, например, теперь я могу, вот смотрите, в правом верхнем углу есть вот такие две стрелочки друг друга. Если я их, например, за них буду тянуть, и вот у меня текст, получается, собирается. Я сейчас QR-код сделаю чуть поменьше размером. Сканируйте QR-код и забирайте. Сканируйте QR-код. Заполняйте анкету и забирайте подарок. Вот так чуть меньше сделаем.
Так, можно добавить, например, какую-нибудь стрелку. Здесь вот стикер выбираем. И у вас могут быть они не загружены, они тоже все бесплатные. Загружайте. Вот я, например, возьму стрелочку вот такую. Можно делать тоненькую. Так. Вот так. Можно, например, мне еще нравится. Сейчас вам покажу, как я обрезаю фон. Вот картинка, я просто скачала через интернет, написала «семья нарисованная» и скачала вот такую картинку. Теперь я нажимаю «удалить фон», хопс, и он удалит сейчас. «Использовать» нажимаем, вуаля, то есть видите, как красиво получается. Уже какое-то позиционирование. Сканируйте QR-код, заполняйте анкету и забирайте подарок. Теперь осталось добавить мой телефон. Нажимаю стикер. Вот так. И да, нету снега, нет, уже хорошо. Цвет можно поменять. Вот если вниз нажму. Вот так. Теперь снова плюсик и свой номер телефона. И в конце нажимаем «поделиться» в правом верхнем углу. На самолетик нажимаем, и он автоматически сохраняется в галерее. И внизу, вот видите, в левом нижнем углу, еще раз самолетик, вы можете тут же отправить, например, куда-нибудь. Все.